Лена, ты будешь журналистом, который снимает репортаж о том, что я грущу. Нет, родился ребенок. Ну ты дура, блядь, Коля, какой ребенок? Елена Полякова на прогулке. Елена Полякова на прогулке. Воскресный день. Проснулась. Мы должны пустить, они мешают мне. Лен, ну ты парковаться будешь или ты так поедешь? Парковаться? Я со своей няней. У меня есть моя прекрасная няня. Извините. У меня кал очень красивый балет. Вот. И я балетом занимаюсь. Но когда мы доедем до лифта, я балетом, видимо... А, прикинь, я просто так сюда. Извините. И вот это мой гараж, в котором машины разных поколений, разных ценов, извините, там нет, и разных поколений, разных, вот здесь вот пятикаточка написано, ЕС-500, это я продаю, есть вот то, что я продаю. А есть, меня не слышно, и все те, кто занимается балетом, не имеют балетки, вот, люди, которые приезжают, отдыхают в моем паркинге, они включают... Лен, держи! И не колоссальное удовольствие, просто колоссальное удовольствие. Вот, и поэтому, Оксана, ну надо нормально, что геометрия у меня там что-то. Развал схождения. Короче, я поехала, до свидания, встретимся в фестивале в Одессе. С 8 по 16 августа. Крылов, я желаю тебе, чтобы я победила. До свидания, Светлана.